Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я рада вновь приветствовать вас на своем канале. Приходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Я вас очень жду. А сегодня мы с вами приготовим говяжью вырезку, запеченную в соевом соусе с беконом и черносливом. Для этого нам понадобится вырезка вот говяжья, где-то килограмм с лишним, полтора килограмма, грамм 200 бекона, чернослив 1 стакан, несколько веточек тимьяна, 3 зубчика чеснока. Так, понадобится нам 2 столовые ложки оливкового масла, половина стакана сухого белого вина, 3-4 столовых ложки соевого соуса, соль и перец. Ну вот и все. Поехали. Вот взяли вырезку говяжью, и вот мы ее вот так, серединочку, вот, прорезали, но не до конца. И вот, заливаем соевым соусом 4 столовых ложки и даем помариноваться. Теперь вот у нас промариновалось оно где-то минут 15 мариновалось. А теперь натираем смесью из 1 чайной ложки соли и половинки чайной ложки перца молотого. Со всех сторон натираем. А теперь выкладываем в наше отверстие чернослив. Теперь натираем наше мясо чесноком. Уматываем наше мясо беконом. И завязываем кулинарными нитками. Вот и запечатали наше мясо бекон. А теперь закрываем фольгой и ставим предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 1,5 часа. А за 30 минут выкладываем веточки тимьяна и выкладываем картофель. И открываем фольгу. И еще тогда 30 минут. Вот и прошло где-то 1,5 часа. Приготовилось наше блюдо. Красивое, румяное. Приятного аппетита!